В деревне Марусино распахнула двери пристройка к 59-й школе. Открытие нового корпуса стало знаковым событием как для педагогов, так и для учеников и их родителей. На торжестве побывали и мы. Первый праздник в новой школе собрал людей, которые следили за ее строительством и с нетерпением ждали открытия. Пристройка на 400 мест – это не просто дополнительное здание к уже существующей школе, но и новые возможности для учителей и их воспитанников. У нас замечательный стадион, открытый для микрорайона. У нас спортивный зал 560 метров, который даст возможность проводить соревнования различного уровня. Эти возможности дадут и дальше развивать популярные спортивные секции. За процессом строительства, который продлился 2 года, тщательно следило руководство городского округа Люберцы. Пристройку возводили в рамках президентского проекта образования. На просторах даже России в сельской местности иметь такую школу – это, возможно, на всю Россию, это единица таких школ. Просторная, замечательная, светлая. С этим согласны ученики 59-й школы. С сегодняшнего дня они учатся в новом здании. И теперь уже не во вторую, а в первую смену. Для ребят это большой плюс. Уроки начинались в 12 часов, а заканчивались в 18:45. Высыпаешься – это хорошо, но уроки надо будет делать утром. Я очень рада, что теперь мы учимся в первую смену, потому что во вторую было попросту очень неудобно учиться. А сейчас мы будем освобождаться пораньше. А также я хочу отметить то, что тут очень-очень красивый спортзал, очень светлые просторные коридоры. А еще просторная столовая с собственным пищеблоком. Повара уже на новом рабочем месте испекли вкусные угощения. Одним словом, в новой школе вовсю закипела жизнь. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.